Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили там проблему, но я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта. Я как-то президенту говорил, что нам не надо бояться, что там будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России, тогда будут равные права и для спортсменов и так далее. То есть это хороший пример, и в этом направлении двигаться надо. Я смотрю сейчас, вы молодцы просто, бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта. И дай бог, чтобы так дальше было, как вот на этих первых этапах у лыжников. Молодцы, и девчонки молодцы, и одна команда, и вторая, и мужики молодцы. Сегодня норвежцам с ними очень сложно соревноваться, что ветеранам, что молодым. Поэтому я очень радуюсь, и когда не за кого болеть белорусов, я, естественно, болею за россиян. И хочу, чтобы у нас складывались такие добрые отношения, взаимопомощи. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой, особенно по базам. Надо ребят тренировать там, во Владивостоке. Я думаю, вы и сами там будете готовиться. Все-таки ближе к Японии и для нас, для Олимпиады это очень-очень важно. Если что-то надо россиянам, хотя очень много приезжают ребятишек ваших, и взрослые команды, и хоккейные, и другие, на наши базы тренироваться, у нас никогда не было никаких вопросов и препятствий для этого.